Едем. Відчуй життя без алергії. З нами на зв'язку головний редактор Єврорадіо Павло Свердлов. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Живе Білорусь! Героям слава і живі вічно. Добрий раніце. Давайте спробуємо розібратися, а що тепер буде робити Пригожин в Білорусі? Лукашенко, значить, виголосив про це цілу промову, сказав, що це корисна штука, якщо їхні командири, я зараз процитую, якщо їхні командири приїдуть до нас, допоможуть нам, це досвід, вони на передовій, штурмові загони, вони розкажуть нам, що важливо. От мені Путін востаннє, довга цитата, пробачте, але я маю це зробити, Путін сказав, контрбатарейна боротьба без цього неможлива, безпілотники. Ну, тобто досвід, який Лукашенко хоче взяти у вагнерівців, для білоруських збройних сил, наскільки я розумію, що ви про це думаєте, і наскільки це, ну, ця подія, да, приїзд цих злочинців, по суті, військових до Білорусі, було сприйнято білоруським населенням? Ну, во-первых, Лукашенко, как обычно, говорит парадоксальные вещи и противоречивые вещи. Да? Вот он, например, называет вагнеровцев самым боеспособным подразделением на данный момент, ну, надо полагать, российской армии. Да? А как это так получилось, что частная военная компания является самым боеспособным подразделением у вот сейчас во всей России, да, вся российская армия, вторая в мире, да, вот все Министерство обороны. Сомнительный комплимент для российской армии. Но для вагнеровцев сейчас же нужно Пригожину что-то приятное сказать, да, чтобы он как это, ощутил белорусское гостеприимство, понял, что здесь его ждут, что никто ему не угрожает и так далее. Вот, значит, чем они будут заниматься? Тут тоже вот они все вчера говорили разные вещи. Лукашенко говорит, давайте они будут инструкторами. Тут же министр обороны вскакивает и говорит, а вы знаете, я заинтересован в таком подразделении в составе белорусских вооруженных сил. То есть получается, то ли инструкторы, то ли просто пожить. Да, то ли подразделение в составе белорусских вооруженных сил. И вот в итоге эта вот тактика, да, напускания туману, запутывания, да, она работает и она заставляет нас пытаться угадать, так что же оно будет на самом деле. Ну, моя версия, она такая, что Путин с помощью Лукашенко, он фактически избежал гражданской войны. Да, так подается эта ситуация. И, в принципе, они так и говорили. Да, они несколько раз делали акцент, там, вчера, позавчера, на том, что не должна была пролиться русская кровь. Ну, читайте, не должны были русские массово начать убивать русских на территории России. Чего пытается избежать Лукашенко с помощью вагнеровцев? Такой же гражданской войны в случае, если добровольцы белорусские, которые сейчас воюют в Украине, которые сейчас готовятся в Польше, решат все-таки проводить силовую операцию на территории Беларуси. Мы с вами несколько раз обсуждали, что вот эти вот самые полк Калиновского, да, штурмовая рота Сахащика, они не дают Лукашенко спокойно спать, он постоянно обращается к ним. Он, кажется, даже преувеличивает ту опасность, которая может от них исходить. Да? И вот теперь он, благодаря вот этой ситуации, получил парадоксально, да, но в его глазах самых надежных защитников. Защитников Беларуси — это россиян, которым белорусы, которых белорусам безразличны, да, которые на 100% отбитые и верят вот в эту вот всю пропаганду про фашизм в Украине. Да. И, конечно же, если им сказать, вот там, значит, какие-то укрофашисты с территории Украины прорвались на территорию Беларуси, остановите их, да, я думаю, что они с огромным удовольствием и пойдут их останавливать. Да? То есть для Лукашенко это вот такой вариант сделать так, чтобы в Беларуси белорусы массово не стреляли друг в друга, чтобы не было вот этой некрасивой картинки, вот, похожей на гражданскую войну. На самом-то деле ему, в общем-то, и белорусских силовиков было не проблема отправить. И среди белорусских силовиков уже много тех, которые стреляли во время подавления протестов своих сограждан. Да? Но все равно это выглядело бы по-другому.
Да, и, может быть, белорусским силовикам он тоже доверяет не до конца. Ну, все-таки, вот он отправит белорусов стрелять в белорусов, да, а они возьмут и договорятся. Даже сами вагнеровцы, тоже я видел вчера такое видео от одного из вот этих вот мужчин в непонятной форме, в зеленой, да, которые говорили, что да бойцы, вот политики, да, они что-то там мутят, решают, да, а бойцы, они друг с другом договорятся, значит, у нас это все проще, да. И вот Лукашенко, он же тоже думает о том, что он отправит какой-нибудь отряд белорусского спецназа подавлять калиновцев, а они там возьмут и договорятся, да. И вот это вот возьмут и решат, да, что белорусы стрелять друг в друга не должны. Ну, с вагнеровцами, калиновцам будет договориться на порядок сложнее, да. То есть вот у него теперь есть буфер в виде людей, которым он оказывает услугу, которым он, в общем, дает без проблем пока что, да, и без крови выйти из России, уйти как бы от мести Путина, который тоже перепугался изрядно 24 июня, которого эвакуировали, которого не было видно, да. Значит, он им оказывает услугу, и я уверен, что он рассчитывает на услугу в ответ. Окей, а чи не є це, чи не сприймається це білоруськими військовими? Ну, трошечки як приниження, якщо кажуть, що вагнерівці – це найбільш боєздатні, давайте в них вчитися, чи то брати їх інструкторами, чи то залучати до білоруських збройних сил. Ну, це означає, що ми, ну, що Лукашенко свою армію цінує менше. Чи це так не сприймається? Ну, об'єктивно, вагнерівці – це все-таки люди, які воювали. Да, в Белоруссии нет армии, нет подразделений, которые реально прошли фронт, войну, да, то есть тут, мне кажется, что нет проблемы, ну вот когда он говорит, да, они опытнее, да, они могут быть инструкторами, да, вот они знают, как воевать против дронов и так далее. Проблема в другом. Проблема в том, что всем становится уже совершенно ясно в Беларуси, что есть, вот знаете, как, ну, простите за эту аналогию, да, в колониальной стране какой-нибудь британец и индус, да, и вот что бы ни делал британец, индус, ну, не может никак его остановить, там, сделать замечание, да, за это его только накажут, да, и вот приблизительно такая же ситуация, вот белые люди, белорусы, и еще белее, это вот россияне теперь, да, мы видели, как, например, российские военные, пьяные, сели за руль на юге Беларуси в Ивацевиче, их, в общем-то, задержало ГАИ, они оказывали сопротивление, да, для любого белоруса это срок, минимум 15 суток и штраф, да, это минимум, да, ну, а чаще это гораздо криминальное дело сразу и вот все последствия, да. Для россиян это просто штраф, и спасибо вам, что приехали в нашу страну, что пили нашу водку. Пожалуйста, не делайте так больше, но если сделаете, ну, наверное, будет еще один штраф. Да? И это были вот мобилизованные, это были люди, которые попали в Беларусь для того, чтобы вот проходить эту подготовку во временных лагерях. То есть, в общем-то говоря, ну, еще туда-сюда приличные люди. Да? А теперь у нас вагнеровцы, мы помним, кто это. Это головорезы и уголовники. Значит, и их много, их сопоставимо по количеству с количеством мобилизованных в пике, да, вот называют цифру там 8 тысяч, и мобилизованных было там 9-11 тысяч в пике на территории Беларуси. Значит, только это контингент совсем другой, да, и чего от них можно ждать, белорусы хорошо понимают, да, и того, что с ними ничего нельзя сделать, потому что вслед за российскими военными, это теперь хозяева на белорусской земле, это тоже все прекрасно понимают. Значит, нет, конечно, еще пока что никаких социологических данных, но потому что я вижу в соцсетях, ну, реакция такая осторожная, да, крайне негативная, то есть ожидания от вагнеровцев в Беларуси, они,
ну, такие реалистичные, да, ну, вот чего от них ждать? Не знаю, пишут люди про то, что пойдут там трупы, пойдет воровство, да, но с другой стороны и пишут, что... Вот... Ну, а Лукашенко ж сказав, ну, що да. Боятися їх не треба, ми ж уха востро держим. От, власне, те, що він сам про це говорить, він заперечує, але таке заперечення, це ж показує, що він і сам не дуже впевнений, а що можуть наробити ці вагнерівці? Слушайте, ну если Лукашенко сказал, то, конечно, надо верить. Ничего вагнеровцы не сделают. Белорусское государство держит ухо востро. Да? То есть, с одной стороны, это самое боеспособное подразделение. Реально самое там... жесткие, самые обычные люди. С другой стороны, ну мы-то ухо востро держим, да, уж чуть что-то мы с ними, конечно, справимся, там, найдем управу на них. Ну это вот все, вот это вот одеяло противоречий, да, которым накрывает Лукашенко людей, и все такие, ой, что ж происходит, ладно, вроде что-то объяснил, как-то, наверное, проживем. Да? Я вот остановился на том, что есть и другие комментарии, вроде... Да, вот как повезло, значит, платежеспособные россияне, ну, у них же нормальное там, как это называется у военных, жалование, да, гонорары, да, вот они, значит, приедут там в Осиповичах, скупят все, да, значит, наверное, цены на жилье поднимутся, значит, дадут заработать вот тем, кто сдает в аренду. Там, наверное, сфера услуг какой-то бонус получит, да, надо же им всем вот где-то стричься, да, наверное, всю самогонку в округе, значит, продадут на год вперед, там, да, то есть объемы возрастут. То есть вот белорусский народ, он... к счастью или к сожалению, да, это народ, который умеет выживать в любой ситуации, в любых условиях, умеет терпеть, приспосабливаться и находить выгоду для себя. Я думаю, конечно, будут люди, которые будут извлекать пользу из этой ситуации вот прямо на месте, там, где эти вагнеровцы будут жить. Ну так, продати самогонку – це значить заробити гроші. Тут якраз логіка зрозуміла для кожної людини. Світлана Тихановська – це лідерка білоруської опозиції, яка, на жаль, в екзилі, каже, що в конфлікті Путіна і Пригожина Лукашенко був не той, хто примирив чи розрулив конфлікт. А вона вважає, що Лукашенко був таким, ну, як це називається, кур'єром, скоріше, людиною, яка передавала послання між тими, хто справді вирішував. А що це міняє в даному випадку? Лукашенку хотілося бути таким суб'єктом у вирішенні цього конфлікту? І чому, якщо скажуть, що він просто був, ну, почтальйон Печкін, приніс замітку про вашого мальчика, значить, що це якось... неправильно сприймется? Что вы про это думаете? Ну, это похоже вообще на правду, даже потому, что рассказывает Лукашенко. Да? Вот этот политический стендап, который мы видели вчера, о том, что почему-то из Кремля никто не мог дозвониться до Пригожина, а как только позвонил Лукашенко, хотя там все уверяли, Путин уверял Лукашенко, что он не снимет. Да? Значит, ну как только позвонил Лукашенко, вдруг Пригожин взял и решил поговорить. И они там полчаса матом разговаривали. Да? То есть, ну, с одной стороны, это сказка, понятно, вот рассчитанная на нас, да, на более, на менее критично настроенных людей, да, которые, вау, при этом Лукашенко, он же говорит, да, не называйте меня героем, да, я просто там, не знаю что, делал свою работу, да, просто был курьером между Путиным и Пригожиным. Но мне кажется, что это ничего не меняет особо, да, Лукашенко, он... прямо идет вот в той политике, которую он для себя определил, в том образе, да, он очередной раз показывает, какой он классный миротворец, как он умеет, значит, вроде бы людей, которые готовы друг друга убивать, остановить, да, и, в общем, это же он демонстрировал нам на словах, правда, больше, потому что речь шла о более непримиримых лагерях, да, о белорусах и украинцах, которые все никак почему-то не хотели садиться за стол переговоров на российских условиях и до сих пор не хотят, да, вот тут почему-то не получилось, да. Ну, а с Пригожиным и Путиным, которые... столько лет работали вместе. Кстати, там Песков, пресс-секретарь Путина, он какую-то вот такую странную оговорку сделал о том, что Лукашенко и Пригожин уже 20 лет
что-то вместе мутят, да, там, типа, они 20 лет знакомы, мол, очень хорошо знакомы и так далее. Что они вместе 20 лет, тут уже мы начали пытаться понимать это, расследовать это, но мало времени прошло, но сразу же в голову приходят какие-то проекты в Африке, мутные дела в не очень понятных странах, типа Зимбабве или Центральной Африканской Республики, да, где есть интересы и у Пригожина, он там, там, где полезные ископаемые, золото, какая-нибудь, значит, рудники, там он со своим ЧВК Вагнера, да, и Лукашенко тоже любит, значит, какие-нибудь поразрабатывать рудники в Зимбабве как-то тихо, да, в обход абсолютно медиа, если бы не влияние китайцев в регионе, которые, конечно, недовольны такой конкуренцией, да, то есть зимбабвийские медиа ничего бы не проскакивало. Но проскакивает. Это значит, что вот два, условно говоря, пахана, да, два таких вот криминальных авторитета, два бизнесмена, которые мутят какие-то непонятные вещи в непонятных странах, они вот поговорили и нашли общий язык. Да, ну, насколько это курьер, насколько это миротворец, да, уже каждый решает в меру того, что у него в голове, но мне кажется, что никаким таким миротворчеством в расчете на Нобелевскую премию мира тут особо и не пахнет. Зрозуміло, а вот дивіться, ще одна є історія про ядерну зброю, чергова заява Лукашенка, і він каже, що Білорусь самостійна в питанні застосування отої ядерної зброї, яку надіслала Москва, контроль над ядерною зброєю в Мінську. Путін це заперечує, тому що, по суті, це було б уже повне порушення конвенції про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми з вами вже в ефірах згадували, що для Лукашенка наявність ядерної зброї – це була така мрія дуже багатьох років. Що нам з цього розуміти тепер? Ну, вот с тех пор, как мы с вами разговаривали в прошлый раз, появилась социология и выяснилось, что в Беларуси абсолютный антиядерный консенсус. То есть 85% против размещения ядерного оружия. И мне задавали вопрос уже, а вот, например, ядерное оружие НАТО стоит там в Бельгии, в Германии, в Турции, да, почему там нет вот такого вот, почему они не кричат, да, в антиядерном вот своем настроении и так далее. Ну, наверное, есть разница между ядерным оружием НАТО и вот этими вот какими-то боеголовками, которые как-то старно, да, и непонятно, кто будет оперировать, и непонятно, кто даже будет охранять, да, этот вопрос вчера тоже поднимался, и Лукашенко вынужден был тоже опровергать, что нет, мы вагнеровцев не подпустим к охране ядерного оружия, будут белорусы и россияне, да, но из каких-то регулярных частей вот заниматься его охраной. Значит, антиядерный консенсус полный, и даже среди, видел я такие данные, даже среди сторонников Лукашенко, вот этих вот махровых ебатик, да, которые государственную прессу читают, да, которые выходят на эти митинги, среди них даже меньше половины оценивают позитивно привоз в Беларусь тактического ядерного оружия, то есть 40%, да, вот даже среди его вот этой ядерной аудитории. И мысль о том, что ядерное оружие Беларуси несет какую-то безопасность, она совсем плохо продается внутри белорусской пропаганды. Значит, получается, что белорусы помнят хорошо Чернобыль, белорусы, наверное, как-то осознают, зачем ядерное оружие выводилось, да, и, ну, угроза его действует больше на общественное мнение, чем какие-то вот эти гипотетические плюшки, о которых Лукашенко говорит, да. Ну и вот тоже видел вчера данные от белорусских железнодорожников, что намечены поставки, намечены вот перевозки, которые очень похожи на перевозки ядерного оружия. То есть там же должны быть и вагоны определенного статуса, да, и, значит, охрана, и все остальное. Куда-то вот в настоящее время на станцию Прудок я видел в Витебской области, то есть на север Беларуси, да, но они утверждают, что это не будет конечным пунктом, что это как бы пункт перераспределения, да, и оттуда уже ядерное оружие поступит туда, куда, где вот оно будет храниться, да. То есть моя версия о том, что
до транспортировки вот физических носителей в Беларусь не дойдет, о том, что ядерное оружие — это все-таки элемент шантажа, который был хорош как инструмент давления, но реально делиться с Путиным, с Лукашенко какой-то ядеркой Путин не будет, потому что зачем ему это надо, да, зачем ему такой актив доверять в чужие руки. Она все-таки может не сбыться, да, все-таки может какое-то ядерное оружие до Беларуси доехать. С другой стороны, ведь мы не можем проверить, что реально доедет, да, будет там ядерное оружие или это просто установят какие-то муляжи на территорию Беларуси, будут их охранять как ядерное оружие, будут пропаганду вокруг них продолжать раздувать как вокруг ядерного оружия, да, но ничего реально там не будет. Ведь много раз говорили о том, что смысла в установке ядерного оружия, вот такого практического, на территории Беларуси для Путина нет. У него, в конце концов, в Калининграде есть ядерное оружие. Это еще ближе к Польше и к Литве, да, чем то, що можна в Білорусі поставити. Це чуть далі. Ну, тобто цікава версія про те, що це можуть бути там муляжі, а не реальна зброя. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був головний редактор Єврорадіо Павло Свердлов. Зараз пауза, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.